Прабуджи из Кыргызстана, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует с нами в этой трансляции. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня суббота, 2 сентября, и мы начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас вместе попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим вместе с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, мой Господь, и мы за все благодарим. Мы благодарим, мой Бог, за то, что Ты с нами, за то, что Ты открыл нам эту веру. Мы благодарим, мой Господь, Тебя за дыхание жизни, за здоровье, за семью, которую Ты подарил нам, и за Твою заботу о нас. Спасибо Тебе, мой Бог. Мы просим, благослови сегодняшний день. Господь, иди впереди каждого из нас и направь, мой Бог, нас, направь каждый шаг наш. Пусть, мой Господь, наша жизнь будет прославлять Тебя. Пусть, мой Господь, наши слова будут использованы Тобою для того, чтобы укреплять других людей, поддерживать и передавать силу. Мы отдаем Тебе, Господь, всю нашу жизнь, все наши планы на сегодняшний день мы отдаем в Твои святые руки. И мы верим, что Ты нам поможешь, и у нас все будет хорошо. Поставь, мой Господь, Твоих ангелов вокруг нас, и защити, мой Бог, нас, нашу семью, наших друзей от аварий, катастрофы, проклятия, от зависти, от негативных слов и от всего, что не от Тебя. Мы по вере провозглашаем. Сегодняшний день будет успешным, будет благословенным для каждого из нас. Во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы соединяем нашу веру и мы молимся за нашу страну. Благослови, мой Бог, Кыргызстан. Благослови нашу землю. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Мы молимся за правительство. Мы молимся за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Дай мудрость, чтобы они могли управлять нашей страной успешно. И да будет спасение в нашей стране. Мы также молимся за другие страны. Сейчас с нами молятся люди из разных точек этого мира. И мы просим защити их, их семью. Да будет свет там, где они находятся. Господь, мы молимся за мир в Израиле. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. Пусть, мой Бог, эти конфликты прекратятся. Защити людей, которые находятся там в опасных местах. Это наша молитва Тебе, Господь. Во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мной. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, будьте уверены в том, что Бог
услышал нашу молитву, и он же благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день, которое поможет вам, направит вас, чтобы для вас сегодняшний день был успешным. Аминь. Господь Иисус сказал одной женщине, которую люди ругали. Вот что написано в Библии. Он сказал ей: «Дерзай, дерзай, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Дорогие друзья, эта женщина, она пришла и прикоснулась к одежде Иисуса и выздоровела. Не думайте, что болезни, что страдания приходят от Бога. Крест, который нам нужно нести, Иисус говорил об этом, и страдание, через которое мы пройдем в этом мире, ради имени Иисуса, то есть ради спасения, из-за того, что мы с Богом и мир во тьме, это гонение, это преследование, это не болезни. Вы подумайте со мною, если бы вы имели такую власть, вы проверили любовь вашего сына, давая ему болезни, давая ему страдания. Это не мудро. Если мы, люди, которые ошибаются, несовершенны, мы умеем давать нашим детям самое лучшее и желаем им самого лучшего, тем более Бог. Дорогие друзья, дело в том, что некоторым людям не хватает этой веры, чтобы не ждать, а пойти к Иисусу. Она пошла, она не ждала дома, она не ждала, чтобы ситуация изменилась само по себе. Нет, она пошла, пошла. И Иисус почтил ее веру. Сегодня на работе сделайте это. Поступайте по вере. Вы поедете сегодня на работу вот с этой уверенностью: Бог со мною. У меня там будет хорошо. Эти вопросы решатся. Бог даст мне победу. Ah, дорогие друзья, тогда да. Вы увидите, как Он вас благословит. Аминь. Используйте свою веру. Потому что вера, она спасет вас. Вера поможет вам. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра, по бишкекскому времени, вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами, с какого города, с какой страны. И ваш комментарий добавьте вот эту фразу: «Моя вера меня спасет. Я буду ее использовать, и у меня точно все будет хорошо». Аминь? Да будет так. Если это слово помогло вам, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. И пусть Бог вас благословит обильно и всю вашу семью. Хорошего вам дня! Идем вперед, дорогие друзья! Используйте свою веру. Я жажду тебя, твоего присутствия жажду, поддержи ты меня, твоим словом меня насыщая, я жажду тебя, твоего присутствия жажду, поддержи. She